Добрый день, дорогие друзья! Вы на волнах альтернативного блоговидения. С вами Андрей Курейчик. Спасибо всем, кто комментирует, подписывается, ставит лайки. Друзья мои, сейчас это очень важно. Ну что, продолжается адский миграционный кризис, спровоцированный, конечно, властями Беларуси. Мы про это сегодня еще поговорим. Но просто я прочитал новость, от которой даже у меня мои последние на голове волосы встали дыбом. Значит, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин сообщил, что выявилось, что белорусские якобы, белорусские силовики накачивают метадоном, наркотиком мигрантов. Прежде всего дали таблетки эти детям, чтобы те не плакали при пересечении границы. Ну, когда, естественно, у нас же сервис, у нас довозят до границы, отправляют их в Польшу. Вот. Но чтобы дети не плакали, не привлекали внимания, значит, им раздали таблеточки. И этим дали, остальным тоже таблеточки. Значит, дети попали в больницу, их не смогли разбудить. Просто не смогли разбудить детей. Отправили их в больницу, провели анализы, оказалось, что метадон. Накачали детей мигрантов этим самым метадоном. Это уже, ладно, там отбирают паспорта. Что, в общем, конечно, соответствует международной практике, международному праву и всему остальному. Это вот Амбразевич будет рассказывать. Ладно, привозят на служебных автомобилях или на специальном транспорте границы. Ладно, их туда толкают, на эту границу. Но, извините, накачивать метадоном, а потом говорить, мы тут трупы обнаруживаем через каждые 100 метров, это, конечно, что-то невероятное. Или людей в коме. Это невероятное. По словам польских силовиков, дети могли погибнуть, если бы не быстрое вмешательство литовских пограничников и докторов. Ну, естественно, да, если вкачать им метадона до хрена, то они могли погибнуть. Но это новый уровень, я скажу. Накачивать перед отправкой на границу нелегалов наркотиками – это новый уровень. Это уровень бог уже гибридной войны. Ну, осталось последнее, и я думаю, это не за горами, что, им еще будет вручаться оружие, взрывчатка, радиоактивные материалы, и накачанные метадоном, они дальше будут идти границы. Вот это будет вообще, мне кажется, истинное торжество белорусского видения этого кризиса на границе. Очень круто. Ну, что сказать? Что сказать? Зима близко, ходор, как говорили в «Игре престолов». Зимой уже эти хождения по лесу будут максимально осложнены. Уже, я так понимаю, к десятку количество трупов на границе с обоих сторон. И, что сказать, больше рейсов. Давайте больше рейсов из Ирака, Пакистана, Афганистана, Сирии. Давайте, дорогие белорусы. Мне кажется, что когда в этих лесах начнут они все звереть, все равно, конечно, НАТО пришлет подмогу, и границы будут на замке. Когда этот котел начнет работать против белорусов, мне кажется, тут они запоют по-другому. Но дети, накачанные метадоном, это я скажу, шокировало даже меня. Спасибо всем, кто смотрит, подписывается, ставит лайки, комментирует. Это важно. Сегодня мы еще вернемся к миграционной теме. Всем пока.